всем огромный привет, и девочки, и мальчики. Я сейчас в магазине Fix Price, это город Ростов-на-Дону, улица Металлургическая. И то, что сегодня завезли в магазин, я очень ждала и с удовольствием покажу вам. Что присаживайтесь скорее поудобнее, наливайте себе кружечку кофе или чая, и я желаю вам приятного просмотра. Скажу сразу, все новинки вау, так что смотрите это видео до конца. Очень много новинок в посуде. Наконец-то они появились у нас в магазине. И всего одна коробочка. Это шикарные термобокалы приятной формы. Объем у них 310 мл, состав стекло, Китай. Про них я уже рассказывала у себя в Instagram. Спасибо подписчице, которая мне о них сообщила. Они появились уже в Москве и в Санкт-Петербурге, и сегодня у нас в магазине. Добежали наконец-то. В каком термобокале будет прекрасно смотреться кофе-латте, кофе с пенкой, чай и какао. Выполнен стакан аккуратно. Единственный изъян, который я нашла, это вот на дне такая маленькая пупушка. Но, по крайней мере, на том внутреннем стакане такого большого изъяна нет. Всего у нас в магазине один ящичек, здесь их 12 штук. И особенность этих бокалов, то что стенки стакана не нагреваются. Цена приятная, 149 рублей. В других магазинах они гораздо дороже, и на сайтах тоже. Еще одна полезная новинка, это термос от марки Kitchen. Приятного перламутрового цвета. Объем 430 мл. Состав нержавеющая сталь, полипропилен, силикон и полиэстер. Посмотрим, как он выглядит внутри. Тот же самый механизм, который был и в предыдущем черном. Нажимается кнопочка и открывается клапан. Верхняя часть снимается. И здесь внутри все то же самое, как в икеевском термосе. Внутри нержавеющая сталь, все аккуратно. Единственное, что еще у икеевского полностью разбирается этот механизм. Этого я не смогла разобрать. В целом клапан работает хорошо. Все зажимается плотно. Здесь силиконовая прокладка. Внутри в крышечке светлый пластик. Есть еще удобный ремешочек. Цена такого термоса 199 рублей. В нашем магазине все термосы одинаковые, вишневого цвета. От Сарина снова пришли круглые блюда, только в другой упаковке, синего цвета. Фабрика находится в Иране. Диаметр этой тарелки 29 сантиметров. Тарелочки, которые я показывала в прошлом видео, с сердечками по 55 рублей. Они глубокие, сделаны из фаянса. Подразобрали, осталось только 3 штучки. Из тонкой керамики есть 4 разных варианта. Вот такой второй, третий и четвертый. Стоят они по 50 рублей. Пришли еще белые тарелочки с голубой каемочкой. По 77 рублей опаловое стекло. Чайники с новыми дизайнами. Вот с такими сердечками. И с милыми цветочками. Чайники у нас быстро разбирают. Стоят они 199 рублей. Следующая новинка — это бомбические банки для сыпучих. Посмотрите, как они выглядят. Стильные и красивые. Благодаря тому, что у них на каждой стороне разный принт, кажется, что здесь их 1000 вариантов. Объем у нее 1,45 литра. Сделаны они из жести, Китай. Первая банка квадратная. Вот так выглядит сверху. И рисунок с двух сторон. А вторая такая же квадратная. С надписью «Дыня, яблоко, лимон». «Crazy Citrus». И с этой стороны «Summer Cafe». И две круглые банки. С вот такими надписями. Выглядят они очень стильно, похожи по стилю на поднос, который недавно продавался. А подносы уже все разобрали в этом стиле, остались только вот такие. В общем, эти крутые банки стоят по 77 рублей. Также из белой серии есть глубокие салатники по 77, объем 750 миллилитров. И глубокие большие по 199 рублей. Также есть блюдо объем 2 литра за 199 рублей. Кто-то писал мне в комментариях, что все-таки запекали в этом блюде, с ним ничего не случилось. Привлекают внимание подставки под горячее, которые с обратной стороны сделаны из пробки. Диаметр 23 сантиметра, доломит пробка. В нашем магазине 3 шикарных варианта. В конце этого видео сделаю полный обзор полочек всего магазина по вашей просьбе. Так что, если интересно, оставайтесь до конца. Смотрите, включенная лампочка лежит, привлекла мое внимание.
какая-то необычная форма в виде пчелки или божьей коровки. Сенсорная кнопка включения-выключения. Три режима. Гибкая ножка. Перезаряжаемая батарея. В комплект входит шнур USB длиной 80 сантиметров. В лампочке 8 светодиодов. Вот здесь она включается. Написаны меры предосторожности, правила и условия хранения и производитель Китай. Время зарядки лампы до 4 часов, а время работы лампы без подзарядки до 6 часов. Срок службы светодиодов 10 тысяч часов. В нашем магазине три варианта расцветки. Цена этих лампочек 199 рублей. В отделе «Все для дома» появился молоток с обрезиненной ручкой за 199 рублей. Состав: углеродистая сталь, термопластичная резина и полипропилен. Два варианта цвета ручки. Новые махровые полотенца чистого хлопка. Благородный бордовый цвет, красивая полоса, аккуратная строчка, густая пушистая махра. 100% хлопок, 50 на 90. Сейчас в магазине три варианта. Вот это с пером мне очень понравилось. Вот так оно выглядит с другой стороны. Сейчас мы с вами перейдем в отдел декора, посмотрим, что здесь появилось интересного. И вот они, те самые ящики по 199 рублей обновленного дизайна. Даже издалека они выглядят намного лучше, хотя они везде сделаны идеально. Само покрытие как будто бы мел, на руках остается белый налет. Состав написан МДФ, Китай. У этих окрас, конечно, более интересный. Дно сделано также аккуратно, гвоздиков нигде нет. А следующий ящик вот такого бирюзового цвета, такого нежного, пыльного. Также весь аккуратно сделан. Буквально недавно выставили, так что поспешите, они еще здесь есть. Вот такие два варианта, 199 рублей. Следующая новинка – часы, три в одном. Такие часы можно повесить на стену или на холодильник. Нужен один элемент питания, который в комплект не входит. Также есть переводное колесо и подставка в комплекте. Издательство «Презент» сделано в России. В нашем магазине 6 разных вариантов. Кажется, вот этот будет самый популярный. Цена таких часов 199 рублей. А теперь переходим в отдел косметики. Здесь есть классные новинки. Первое долгожданное – это натуральное кокосовое масло для ухода за волосами, кожей лица и тела. Объем 200 мл. Предприятие-изготовитель – фабрика красоты, город Энгельс. В составе только кокосовое масло. Все отметили, что его трудно наносить из такого флакончика, так как оно там твердое и трудно выливается из вот этого отверстия. Запах приятный, годен в течение 24 месяцев. Цена этого масла 99 рублей. Если вы уже успели приобрести, напишите, пожалуйста, комментарий, понравилось оно вам или нет. Следующая новинка – это маска-бальзам для волос, восстановление и блеск. С муцином улитки и маслом авокадо. Изготовитель Фрати НВ, город Москва. Объем 280 мл. Состав можете почитать. Запах приятный, цена 55 рублей. Новый скраб-маска от чистой линии. Три в одном. Устраняет черные точки, матирует, улучшает цвет лица. В составе масло ши, цинк и глина. Нужно нанести на влажную очищенную кожу на 3-5 минут и смыть. 80 мл, 55 рублей. Наконец-то к нам приехала соль для ванны, грейпфрут и розмарин. Красивые розовые камушки. Объем 700 грамм. Расслабляет тело, снимает усталость, улучшает настроение. Освежает кожу и заряжает фруктовой энергией. Состав можете почитать. Изготовитель Житомирская область, Украина. И покажу поближе, как выглядят камушки. Запах невероятно приятный.
Еще появился от марки Pure Green бальзам, уход и защита для всех типов волос. С маслом оливы и алоэ вера. Без парабенов и силиконов, 500 мл. Увлажняет, укрепляет волосы, придает мягкость, улучшает расчесывание. Покажу состав. Срок годности 6 месяцев после вскрытия. Город Казань. Цена 55 рублей. В Котекс появились ежедневные прокладки. Комфорт и уверенность в себе на все 100. 60 штук, нормал. Красивая упаковка. Впитывающая поверхность, нейтрализует запах, мягкая, как хлопок. И, видимо, они с рисуночком. Цена такой упаковки 99 рублей. Зубная паста, лесной бальзам, основной уход, вкус мяты. С иммуноактивным действием. Бальзам поддерживает иммунитет и усиливает эффективность защитной функции полости рта за счет улучшения качества гигиены. Защищает от кариеса, укрепляет десны и освежает дыхание. Объем 75 мл, 50 рублей. Новый бальзам для тела, растирка, простуди нет, с камфорой и эфирным маслом эвкалипта. Натуральные активные компоненты, входящие в состав, обладают противовоспалительным, антисептическим, бактерицидным действием. Стимулируют капиллярное кровообращение, облегчают симптомы простуды, мягко согревают, снимают усталость и напряжение. В составе камфора, шунгит, эфирное масло эвкалипта, анис, розмарин, лаванда и эфирное масло мяты. Давайте посмотрим отдел с канцелярией. Появились ли здесь новинки? Появилось очень много разновидностей гелевых ручек с подвесками. Синие чернила 55 рублей. Есть подвеска котик, рыбка, вот такая кошечка. Еще есть шикарная эйфелева башня. Цена таких ручек 55 рублей. Новые фигурные ножницы для детского творчества от Kids Fantasy. Ручки сделаны в виде пандочек. Цена 55 рублей. Для тех, кто любит гель для стирки Pemos, здесь появился за 99 рублей. Гель для мытья посуды сорти с лимоном, с алоэ вера и с бальзамом витамином Е. 450 грамм, 27,50. Завезли армейский крем для обуви черный. Гуталин. Придает 100% водоотталкивающие свойства, закрасит потертости и загрязнения, защищает обувь от старения и растрескивания. Цена такой баночки 27,50. Наконец-то к нам привезли швабры из Белоруссии по 199 рублей. Два варианта насадки. Белая с черной и вот такая сиреневая. Только посмотрите, что я нашла. Это многоразовые наклейки для ванной. В комплекте две штуки, на них изображены герои Дисней. Стоит лишь провести по ним мокрой кисточкой или пальчиком. И благодаря японской технологии наклейка может использоваться снова и снова. Состав этилен, винил, ацетат, клеевой слой, а состав упаковки полипропилен. Размер 10 на 12,5 см. Сделано в Тайване, Китай. В нашем магазине три варианта: тачки, король лев и холодное сердце. Все, что я хотела показать вам на сегодня. Если видео понравилось, было полезным, обязательно ставьте лайки, пишите свои комментарии. Увидимся с вами совсем скоро. Пока-пока!